Здравствуйте, Арсений Селезнев, зверобой. Вот тот петушок, который не попал в кадр. Он самый крупный сейчас. А вот этот рыжий влез с ногами. В общем, там, где повар ноги мыл. Усиленно накинулись на мешанку, так как их посудина была пуста. Много им насыпать нельзя, потому что из вот такой вот посуды они начинают просто лушпать усиленно. Ну, то есть теряется очень много, большое количество, больше половины. Так вроде насыпаешь на целый день, а они успевают это освоить. Просто освоить. Как раньше бензин сливали в посадку. Ну вот, эти тоже сливают под сетку. Едим дома. В общем, вот этот самый крупный петушок, он всех гоняет, и местный, и он, наверное, пойдет в это, курам уже. Как-нибудь покажу, если запустить сюда. Да что вы там брызгаете? Эх, специально. Залезли с ногами, так и ешьте уже. Покажу как-нибудь, заведу сюда курочку какую-нибудь. И вы увидите, какие они добрые, искренние. Любят гостей, все такое. Вот с ногами опять залез. Посуда должна быть не очень крупная, иначе с ногами залазит, начинает он душпать. Арсений Селезнев, зверобой. А такие вот крупные цыплята уже. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока!